Гром, звезда, ты расслабься. Огурцы по 40, а помидоры по 70, да? Да. А малина почем у вас? 19 рублей. Да. Здравствуйте. С какой целью ведете я сегодня? Топ такси. Привет. Передай привет подписчикам, всем остальным. Всем а куда привет. Вы едете, пацаны? Мы. Мы к маме на работу. Куда, к маме на работу? Да. А что с рукой? Да, сломала. А, ну все, пацаны, давайте. Ага. Давай. Вот так, друзья. Молодежь уже узнает меня. Ну ладно, будем сейчас идти снимать вам очередной влог. Итак, всем привет, друзья! Вы на канале Виконста. Ребята, сегодня очередной влог вместе со мной. Нахожусь я на площади Ленина в окружении этих болидов. И сегодня хочу я пройтись в один из магазинов Донецка, показать вам цены. Цены на одежду. Меня очень много людей просит. Так как у меня всего лишь один видеоролик был с ценами на одежду, и он уже залетел. Около 20 уже тысяч просмотров буквально за эту неделю набрал этот видеоролик. Также хочу поотвечать на некоторые из ваших комментариев. Вот там за моей спиной надпись есть «Сбербанк России». Работает ли у вас в Донецке Сбербанк России? Нет, ребята. Ни один банк с поддержкой Visa, MasterCard, Maestro и там еще другие платежные системы у нас не работают. Можно ли у вас снять деньги с карточек? Да, ребята, можно. Но это занимаются отдельные субъекты, фирмы, которые вы приносите свои карточки, перечисляете деньги им на другую, они вам отдают уже наличкой и с вас, конечно, берут процент. По поводу процентов я не знаю, но деньги снять можно. Также работают ли у вас брендовые магазины одежды, электроники, либо автосалоны? Ребята, брендовые магазины одежды, электроники, а также автосалоны у нас не работают. Но машины есть, можно купить абсолютно любую машину, лишь бы были деньги. Дальше. Я видел много названий на украинском языке. Улицы, надписи, магазины, почему их не меняют? Не знаю, ребята, почему их не меняют, никаких проблем с украинским языком в Донецке я не вижу. Много кто из старшего поколения общается на украинском языке, все друг друга понимают, проблем с этим никаких нет. Сними цену на одежды, продукты на рынке. Понимаете, в чем дело, друзья? На рынках практически в любой точке нет ценников. И нужно каждому подходить и индивидуально узнавать тот или иной товар. Ладно, друзья, пойдемте в один из магазинов. Эти магазины популярны в Донецке, а также в Макеевке. То есть определенная сеть магазинов, как и за другие, я буду по максимуму со временем все освещать. Ну вот надпись «Сбербанк России», она висит, но толку с нее никакой. Ну так еще, кстати, что касается брендовых магазинов. Раньше здесь был «Макдональдс», ну а сейчас «Дон Мак». Ну, поменяли название. Позавозили продукты, все сделали, но название уже Дон Мак. Так, ну сейчас давайте пропустим машины. Хотя здесь пешеходный переход, должны пропускать нас. Вот, кстати, друзья, меня некоторые просили поснимать брусчатку, которая идет по проспекту Ильича и вниз от площади Ленина. Где?
Давайте пройдемся по рюкзакам. 1079 рублей. Сумки. 949. Здесь ценник. Коляска. 6000. Так, это еще сумки. Вот тут цена, я смотрю, приблизительно одинаковая. До 1899 рублей. Так. Минус 40. 719 рублей. Здравствуйте. С какой целью ведете видеосъемку? Да так, цены поснимать. Блогер донецкий. Хорошо, пожалуйста, если будет вопрос, обращайтесь. Хорошо, спасибо. Так, минус 40%. Все-таки подошли. Я думал незамеченным быть, ну ладно. Я хочу обратить ваше внимание, на 6-летняя распродажа началась. Ага. Минус 70. Тут как раз, что вы смотрели, там все со скидочкой. Ну у вас как раз здесь в начале, да, стоит. Ведь, ну, не а тут на некоторых ценников нет, да? А, это не на всех. Ага, то просто не видно. Просто где проценты, там распродажи. Ага, то, спасибо. Такие там много коллег. Угу, спасибо. Так, ладно. Это мы. 919. Не знаю, что это. Упала. Так, это 707 рублей. $599. Ребята, подойдет на меня, нет? Кстати, цена 809 рублей. Это 1139. Штаны. Так, конечно, ценники попрятали. 1103 рубля. Такие штаны. Я так понял, процент сейчас на все действует. Везде они с процентными висят. Так. Джинсы 1399. Ну, кстати, по качеству эти джинсы, мне кажется, получше, чем китайские, и то Турция, Китай и Турция отличаются.
Так, почем же здесь футболки мужские, New? Тут, походу, на них скидки нет или есть, не знаю. Ну, это 949 рублей, ну. Здесь, наверное, качество получше. Не такие, как у меня, по 300 рубасей футболки. Такие более простые они. К телу хорошие, наверное. Это женская, 579. Так, конечно. Так, то я, в принципе, вам показал. Еще здесь карточка какая-то. Ну и здесь, ребята, я не покупаю вещи, поэтому я не в курсе. То. Ну, вот здесь 15%. Я так понял, на каждую вещь отдельно. Вот здесь 20. 300 рублей стоит. О, тут 679 футболки. Не знаю, ребята, я такую моду не понимаю, но вам я покажу. $1479. $799. Ремень 199 рубасей. Кошелек давайте откроем. 549. Можно было бы, конечно, проверить спичкой его, но я думаю, мы не будем рисковать. Это придется покупать его еще. Так, рубашка 999 рублей. Ну тут, я так по ощущениям, качество хорошее. Ну, знаете, бывает такое синтетическое, это хорошее к телу. Так, рубашки такие с длинным рукавом 999 рублей. И, короче, все по косарю здесь, я так понял. Так, ладно, здесь ценника я не нашел, хотя он может где-то... Они вот есть. 949. Так. Ну, это мы снимать не будем уже. А то неправильно поймут. Так, ну это тоже трусы. 39 рублей, 39, 149, 149, 79 детские, ну а мужские по 150 рублей. Какую цену помидоры, огурцы? Огурцы по 40, а помидоры по 70. Огурцы по 40, а помидоры по 70, да? Да, мы просто уже все расплатились. Отдайте мне штучки 4 по 70. Ну, то есть, а лимон?
лимон, 3 лимона на 100 рублей. Ага, спасибо. 35-40, вот так я один. Угу. А они так дороже стоят. Угу. Понятно, спасибо. Ну, если что, по 30 лет надо, заберешься. Короче, 4. То давайте, в принципе, чай пью. Пригодится. А, вот, хватит вам? Да, да. Раз, два, три. А малина почем у вас? У меня были даже 150. 150 это вот это все, да? Это литровая банка. Ага, спасибо. В общем, друзья, зашел, я вам показал еще. Раз цены на одежду снимаю и на рынок залетел. Показал. Ну там это не рынок, это люди выносят с огорода свое, продают, либо я не знаю, где-то они берут там. Ну, обычные вот цены вот на июнь 2019 года, чтобы вы знали. Вот вам чем не рынок. Вы спросите меня, что ты снимаешь цены в магазинах? А это, ребята, мы проходим здесь техникум промавтоматики. Празднуют, наверное, что-то. И на своих силою, а меня в дубиной врыло, но и покатило. Победа по-любому. Наверное, у выпускников сегодня выпуск, так как они с ленточками. Выпускник 2019 и дипломы в руках держат. Наверное, все защитили, сейчас будут защищаться. Но это молодость, это студенческие годы, это очень круто. Так что, ребята, кто еще школьник смотрит меня, либо студент, удачной вам сдачи сессии, перейти на следующий курс, устроиться вам хорошо на работу. И дальше уже сами решайте, что вы будете делать. Ну что, друзья, будем завершать на этом ролик. Кому понравилось это видео, обязательно поддержите меня. Поставь палец вверх, если тебе понравилось. Также не забывайте писать комментарии, какие цены у вас. Цены на продукты, цены на одежду. Мне это очень интересно. А также для сравнения вы обязательно напишите и сравните так. Ну ладно, друзья, до новых встреч. С вами на канале был Виконста. Пока-пока.